современная. Модная и очень болезненная тема. Например, я хочу купить квартиру, что мне для этого делать? То есть сегодня будет дебют. Поделись своими секретами. Любить жизнь. Так пахнет, кстати, вкусно. Так кто-то был. Я не могу остановиться тут. Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Я продолжаю ходить к своим подписчикам в гости, и сегодня меня позвала к себе прекрасная Алена. Вот она, красотка. Всем привет! И Алена у нас коуч, психолог, да? Расскажи, пожалуйста, что такое коуч, потому что мне очень интересно. Я знаю, что это сейчас такое модное направление. Да, модная и очень болезненная тема. Что такое коуч? Что такое коучинг? Это искусство задавать трансформационные вопросы. Коучинг от психологии отличается тем, что коучинг не работает с детством. То есть мы не ходим в прошлое, а у нас есть задача, и мы решаем, как добиться результата наилучшим способом в короткие сроки. Ну, то есть я прихожу к тебе с каким-то определенным вопросом. Например, я хочу купить квартиру, что мне для этого делать? Да. Все, теперь понятно. Расскажи, пожалуйста, что мы будем сегодня готовить. Я нашла рецепт, я ни разу его не готовила. Смотрю по ингредиентам, что он должен быть какой-то прям интересный. Да, это будет салат с креветками и с манго. То есть сегодня будет дебют? Дебют, сюрприз. Окей. Значит, у нас салат и ингредиенты для него — это кедровые орешки, правильно? Да. Помидорки, микс салата. Тут, кстати, рукола, все подряд. Все, что было. Манго, авокадо и креветки. И креветки. Очень мягкая помидора, просто прям кубиками спелая. Не получится, да? Мне приходится готовить, потому что у меня взрослый сын, и он ест. Сколько тебе лет? Мне лет или ему? Тебе. Мне будет в этом году 45. Офигеть, представляете? Я думала, тебе лет 27 максимум, а тебе 45. С ума сойти. Неплохо было бы. Что ты делаешь? Скажи, пожалуйста, поделись с нами секретами. Что нужно делать, чтобы 45 выглядеть как ты? Секрет прост. Генетика, ребята. Генетика. Нет, нет, я знаю, что нужно делать. Общаться, наверное, любить жизнь. Позитивный настрой, отношение к жизни. Вот, ребята, надо быть позитивным, тогда вы будете выглядеть в 45 лет на 25. Это просто вот такой секрет замечательный. А как ты стала психологом? Мне очень интересно. Ты училась на психолога или нет? Да, да. Психологией я начала заниматься очень давно, лет, наверное, 20 назад. Но это было такие занятия, знаешь, как интерес. Все мы же психологи такие житейские. Вот. Читала книги, потом начала заниматься психосоматикой изучать. Да. Мне кажется, нам половинки авокадо хватит. Достаточно, да? Мне кажется, да. Ну, глаз алмаз. Так пахнет, кстати, вкусно, понюхаю манго. Ты отрезала? Давай, может, съедим? Давай чуть-чуть? Просто манго съедим и все. Нет, на, бери кусочек. Салат без манго. Очень вкусно. Если манго спелый, то прям... У меня был свой бизнес, был фитнес-клуб, бойцовский клуб. Бойцовский клуб у тебя? Бойцовский клуб с настоящими человек, бойцами. Полный сюрприз, слушай. Бойцами, да. Вот. Все, да, сложил? Так, это мы оставляем. Да, сейчас манго нарежу и пойдем с тобой жарить креветки. И я пошла в коучинг, чтобы взять оттуда инструменты. Для бизнеса. Для бизнеса, да, чтобы повысить эффективность. И так меня туда засосало, что я поняла, что я больше не хочу ничем заниматься, хочу вот углубиться туда, в коучинг. И все, что продала бизнес и вышла вот так. И стала заниматься. Теперь я коуч. Да, вот так это было. Так, мы с тобой порезали, смотри. Нам нужно теперь пожарить креветки. Пожарить в принципе, креветки, мы да, практически а закончили. Отличный мы... салат вообще. Обожаю. Идеально, я его себе считаю, запишу. Да. Я вообще люблю рецепты такие очень простые, не да замороченные. Вот. Это плюс в мой этот. У нас креветки большие. Они уже варено-мороженые, поэтому они готовые. По сути, нам просто нужно их поджарить, чтобы они термической обработке подверглись. И все, это буквально там пару минут. Да. Давай. Стараюсь лишний раз хотя бы минимальной термической обработке подвергать морепродукты, потому что, ну, так как-то безопаснее. Понятно, что они уже готовы. Я очень тоже люблю морепродукты. Вообще у нас с тобой схожий вкус, я тебе скажу. Солить я стараюсь поменьше, потому что мне нравится вот именно вкус продукта. Да. Но соль иногда нужно чуть-чуть добавлять, она просто раскрывает лучше. Даже выпечку сладкую, десерт, да, соль добавляют, иногда непонятно почему. Но она как-то оттеняет вот естественный вкус. Смешали здесь нарезанные помидорки, нарезанные авокадо, манго. Теперь нам нужно посыпать это кедровыми орешками. Красиво положим все. Я очень люблю красоту. Юль, да. Знаешь, почему я твой фанат? Почему? Потому что я люблю наблюдать за красивыми людьми. Дело не только во внешности.
Внешность, ты про внутренний кожу сейчас? А про то, что, мне кажется, люди очень красивые, когда они занимаются своим любимым делом. Если ты любишь орехи, можно побольше положить. Ты знаешь, можно было их даже немножко поджарить, ну ладно. Посолить, а и не будем перчить еще. Перчить, мне кажется, не надо, потому что мы креветки поперчили. И поливаем. Итак, делаем смузи, да? Это делаем, я тебе уже смузи рассказываю. Мы просто смешаем в блендере бананы, клубничку, потому что сейчас ее сезон. Можно брать любые ягоды, вообще какие есть. Когда там малина, малину можно положить, все что угодно. Но желательно класть бананы, потому что они дают вязкость вот эту вот смузи. Либо авокадо. Авокадо тоже. Да, тоже можно, тоже вкусно получается. И жидкость у нас сегодня ананасовый сок. Отлично. Просто очищаем банан. Даже, его просто разламывай и кидай туда. И все. Даже резать ничего не нужно. Наливаем немножко жидкости сюда. У меня тут все пролилось, нам надо будет тряпочку. Потому что, когда ты наливаешь стакан, желательно брать с носиком. Вот. Ну что, смотри, какая красота у нас получилась. Посмотри, цвет какой очень шикарный. Очень просто. Здесь ну, клубника, бананы, ананасовый сок. Просто замечательно. Так, отличная порция, мне кажется, уже хватит. Я не могу остановиться тут. Это идеальный просто летний салат, мне кажется. Я прям очень хочу быстрее попробовать. Пробуем, давай. Ой, молчи. Это очень вкусно. Вообще-то молодцы. Он у нас получился еще такой вкусный, потому что спелые манго и спелые авокадо, и спелые помидоры. Ну, за знакомство. За знакомство, да. Лучше, да, чем шампанское. Лучше? Я это услышала. Ребята, это лучше, чем шампанское, полезнее. Очень вкусно. Алена, спасибо тебе огромное, что меня пригласила в гости. Мы с тобой вместе приготовили вот эту вот вкусноту и красоту. Я обязательно оставлю ссылку на Аленин аккаунт у себя в описании под видео. Вдруг вы тоже захотите узнать рецепт счастья или что-то еще такое интересненькое, потому что тема прям правда очень классная. Я рада, что я с тобой познакомилась. Если вы тоже хотите, чтобы я пришла к вам в гости, пишите на почту, которую я тоже оставлю в описании под видео. Еще раз спасибо, дорогая Алена. Спасибо. Всем пока. Пока.